Черкесске прошел семинар по вопросам правового, ветеринарного и лабораторного обеспечения пчеловодства. Специальным гостем стал представитель госкорпорации по производству ветпрепаратов из Китая «Энд-Дэ». Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства, которая занимается разведением пчел для производства меда, пчелиного воска и другой продукции. На собрании говорили, что у пчеловодов возникают проблемы по сбыту продукции, об отсутствии своей лаборатории, так как при диагностике или болезнях пчел приходится обращаться в соседние регионы. Пасека, две пасеки. В прошлом году вот из Карачаевского района 26 семей, если мне память не изменяет, собирались выехать в Ставропольский край. Я, естественно, как руководитель ветслужбы, согласовываю ваш выезд с руководителем ветслужбы Ставропольского края. Почему это делается? Объясню. Первое. Я гарантирую, что все, любой из вас, кто выезжает, он не привезет туда заразу. Согласитесь, для него это тоже немаловажно. Да? Среди вас есть ответственные люди, но бывает, кто-то что-то не досмотрел. Никому не интересно, чтобы к нему в регион, как и ко мне, да, приехало что-то, что перетравит вам пчел. Не дай бог, конечно, да? Гость из Китая Чан Янде был рад общению и обмену опытом с российскими коллегами, готов к плодотворному сотрудничеству. Государственные ветеринарные врачи ежегодно проводят исследования на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний у насекомых на пасеках, делают обработку против болезней и вносят данные в санитарные паспорта. В этом году стартует пилотный госпроект, и если будет успешный результат, то у проекта будет продолжение. Уникальность этого обучения будет в том, что в течение всего сезона мы будем вести патронаж над пчеловодами, вплоть до зимовки. Мы научим, где можно пчел купить, где, как можно их полечить, вплоть до замены маток, все-все-все, мы будем сопровождать. Продукция, производимая хозяйствами, предназначенная для экспорта, должна соответствовать требованиям международных стандартов. У всех присутствующих сегодня на этой ассоциации пчеловодов проблема заключается в реализации меда. Если у нас будет свой бренд, кавказский мед, легче будет реализовать. Вот если мы откачали 1 тонну, 2 тонны, с реализацией получается трудно. А если, значит, у нас будет ассоциация, и мы сможем собрать больше меда под этой маркой, кавказский мед, тогда и легче реализовать. Ассоциация пчеловодов республики уверена, что семинар был просто необходим для решения существующих вопросов и обсуждения дальнейших шагов развития в этом нелегком, но очень важном труде. Альбина Курочинова-Кенжева, Заур Лиев, Роберт Джугутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.